Понедельник в Самарской области безоблачно и без осадков. Днем 12-15 градусов выше 0. Ночью плюс 8, плюс 10. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-7 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, без осадков, днем плюс 16, ночью 10 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 7 метров в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 15, ночью плюс 7 градусов. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. В Самаре ясно, днем 15 градусов тепла, ночью плюс 9, ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 28%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.